Aliás, que nem me comi algo. Te vejo com o cancelo, dá. Ai, as coisas não me explico. De genre de estresse. As coisas não lembram. Olha, Treba tá. всем привет. Я решил обратиться с трансмиссиями Барму. Ша-ша-ша-ша, да? Окей. Аша. Я решил обратиться к Ренату Усатому за просьбой, чтобы он помог мне решить вопрос с глазами. И он хотел озлотать тот лумен, а он хотел смотреть все золотом Ренату Усатому, курагамития, сыми ажуты, срезол, кантрибаря, ку видели. Естественно, историю мою все знают, о том, как я добивался, был в Берлине, пытался получить даже политическое убежище для того, чтобы хоть как-то можно было мне сделать эту операцию, но врачи мне сказали, что я должен, ой, не врачи, а власть сказали, что они согласны мне ее проплатить, эту зарплату, операцию, в том случае, если я получу позитивный ответ от власти. Я его не получил и был отправлен назад. В Германии я тот штук, я черкас черв азил политик, мяу, сиди спокойно, что ми медич не заскрепся платеск бан, бенту операции, мотив к ноам статут, где азюль, где космеш тя Азиланд, да. да, что да, администрация дела Германии не отзасне, ca să-mi plătească doar atunci când a să primesc statutul acesta de azil politic. Și eu n-am primit și am fost transmis înapoi în țară. Adică mi-a fost propus, n-am fost deportat, nu am fost, n-am avut așa. Mi-a zis să mă duc și eu m-am dus. Я не был депортирован, я сразу же мне предложили уйти, я ушел с удовольствием. Потому что даром искать там нечего. Теперь я хочу, господин Ренат, к вам обратиться за просьбой, что у меня уже исчерпаны все мои варианты моего обращения ко всем людям. Я обращался и про ТВ с просьбой о том, чтобы создали караван Ади Крачун, может, помогли бы мне решить этот вопрос. Там тоже мне объяснили, что там для деток только делайте, что, к сожалению, я не могу попасть в данную компанию. Да? Амчирут жила против вес, матрисе сла каравана де Крăciun, ca să-mi ajută ei să strâng banii și tot mi-au refuzat din motivul că pentru copii această programă și sunt nevoit deja să mă adresez la dumneavoastră cu rugămintea să-mi ajutați să rezolv întrebarea aceasta. Cum se zice, eu sunt foarte mulțumit pentru ceea ce mi-ați făcut mie când ați cumpărat apartamentul. Eu очень благодарен за квартиру, которую вы мне подарили. И, как видите, она находится в хороших руках, не пропита, не продана, не разбита ничего. Апартамент есть и цену кум требу, мы нормаль, ну есть и дыромат, феромат, шама де парти. На данный момент пока мои глаза являются вот мой мяу-поводырь, который меня учит водить везде, который учится, как говорится, водить меня везде, и который показывает мне места, которые даже я не знаю. Да, și ea cam cățelușca mea, care ne schimbă ochii mei și mi-arată câteodată locuri care nici eu nu știu unde le ești. Iaca, și etim e dovolstvo, și cu asta eu mă satisfac. Dar doresc să văd, doresc să cumva să rezolv întrebarea aceasta. Я знаю, конечно, что вы занимаетесь благотворительностями. Я уже știu, că у вас бенефачери. И я думаю, что если вы мне поможете, еще одно доброе дело вам запишется и перед Богом, и перед людьми, и это будет очень красиво и хорошо. У меня есть возможность видеть, и врачи мне сказали, но они не дают никакой гарантии, потому что никакой врач не дает никогда гарантию на это. Я по possibilitate să văd în Germania, dar ei oricum nu dau garanții, din motiv că niciun medic n-a să-mi dea așa ceva. Поэтому есть два варианта, которые можно предложить. Это вот, чтобы вы сам, Ренат, организовали эту кампанию по сбору денег для меня, чтобы делать операцию. Или же, чтобы вы сами решили это как из своих вот благотворительного фонда пожертвовать для меня, чтобы сделать эту операцию.
Это уже вам решать. Sunt două variante care ar putea dumneavoastră să o faceți. Să propuneți la oameni să strângem bani și să fiu strâns la dumneavoastră și să controlați ca să fie făcut la mine operația asta. Sau să luați dumneavoastră din fondul dumneavoastră, bine faceți, unde faceți și să-mi donați pentru mine. Много раз мне говорили, если мне не стыдно обращаться, что мне квартиру купили. Да, мне было стыдно, но у меня уже больше возможностей, вариантов нету, а чем больше я засиживаюсь, тем больше у меня гарантий, что я перестану вообще когда-то видеть. Может, и найдется когда-то 85 лет человек, который захочет мне сделать эту операцию, но уже я тогда ему скажу, что спасибо большое, но уже мне она не нужна. Mulți oameni poate mă întrebau, poate nu ne rușine să mă adresez la Renat, că ne-au cumpărat apartament și așa mai departe. Ne-au văzut rușine și nu mă adresam niciodată, dar văd că vremea se duce și cu cât mai mult eu șed cu gură căscată, cu atât mai mult, mai mult garanție am în a să văd activul. Я прошу всех людей поддержать меня высказать в комментариях мою поддержку для Рената, чтобы он тоже видел это. Может быть, это повлияет как-то на его решение. Что доресь кто-то лумя с масусы имени скрини, что комментарий я уж кил пентру мини с поем кувынт, ка Ренат суауды, что посибил аста с пие Decisiv. Да, я, если честно сказать, мог бы и позвонить в этот офис, но я не знаю, доходит ли до Рената эти просьбы. Путя же со зум на офичу, со срок, потому что дану с этим конвинс, как стажунчи ла дому Рената. Саудака сажунга патлану, сом мал, писи дой ани. Или это может даже дойти, эта информация, что я попросил помощь на операцию на глаза, чтобы он мне помог решить, но это может через год, через два, я не знаю, как работает там, ребята, сейчас там все поменялось, вот с ним такого, шинушки.